Татьяна познакомилась с Марио накануне войны, за месяц до оккупации ее родного города. Меня зовут Татьяна, фамилия Марина, мне 39 лет, я из города Херсон. Незнакомец на улице не мог заплатить за телефон. Он стоял возле автомата с деньгами, пытался пополнить счет, у него не получалось, я ему помогла. И он мне рассказал свою короткую историю о том, что он волонтер из Испании. Татьяна не поверила. Ну, конечно. Из благополучной Испании человек приехал заниматься волонтерством в воюющую страну. А потом он мне показал удостоверение волонтера. Mm-hmm. И, честно говоря, у меня внутри рухнуло. Mm-hmm. Я поняла, что это действительно правда. А вот мы пошли с ним пить кофе. Ну, собственно, mm-hmm. дальше все пошло по тому сценарию, которому обычно идет у людей. Многие у меня спрашивают, сколько времени я буду здесь. Если Бог определил мое предназначение быть здесь, в Украине, я не знаю, когда я поеду, не знаю. Буду помогать Украине всем, чем смогу. Он помогал Украине 8 лет. Мариано Гарсия Калатают, чиновник из небольшого городка Валенсии, занимающийся дорожным строительством, внезапно уволился с работы, ушел на досрочную пенсию и поехал в далекую Украину, у которой тогда, в 2014 году, забирали Донбасс и Крым. Он стал волонтером. Добрый день. Обувь. Так. Позже Татьяна узнала, что, возможно, без этой далекой Украины не было бы и Марио. Или его судьба сложилась бы совсем по-другому. Во времена Франко, во времена гражданской войны, детей репрессированных испанцев переправляли тайно пароходами в Одессу для того, чтобы сохранить им жизнь. Я, насколько понимаю, эта история коснулась его матери, семьи его матери. Тогда, 8 лет назад, Украина встретила испанца очень неласково. Поехал с волонтерской миссией на Донбасс. Приехал как валенсиец, одет был очень-очень легко. А Украина его встретила морозом минус 28. Да, и случилось так, что он перемерз достаточно. Вот. И там сильно заморозил ноги. Но все равно это не остановило его. Марио собирал деньги для переселенцев с Донбасса. Помогал детским домам и семьям в серой зоне. А еще распространял вокруг себя свет своей далекой родины. Я просто как на Марс улетела, честно вам скажу. Это настолько открытый человек. Мы с ним общались долгое время, и я даже понятия не имела, что на самом деле у него есть какие-то вообще либо негативные эмоции. Он всегда улыбается. Вот такое впечатление, что он из своей Валенсии привез вот этот вот кусочек испанской земли и испанского солнышка. Это удивительно, но гражданин Испании Марио Калатают совершенно не боялся. Видимо, это была смесь европейского менталитета и испанского темперамента. Даже тогда, когда в Херсон пришли русские. Он себя вел очень так, ну, по-испански. Говорят мои украинские знакомые, испанец – это диагноз. Когда он ходил на митинги, он выкрикивал лозунги, он ругался по-испански на русских. Отношения Татьяны и Марио развивались очень быстро. Но также быстро менялась жизнь в Херсоне. 24 февраля туда вошли россияне. Марио вместе со всеми ходил на митинги против оккупации. 19 марта Татьяна помнит, как сейчас. Хотя прошло уже больше года. Так получилось, что он пришел после митинга домой, ключи не взял, позвонил мне. Я вышла, открыла свои двери входные в подъезд, открыла ворота, его уже под воротами не было. Это было 13:51. Татьяна и друзья Марио стали бить во все колокола. Подключились испанские власти и журналисты. Русские тогда, наверное, очень испугались, потому что начало писать очень много испанской прессы о том, что украден испанец. А дальше ФСБ провело спецоперацию в своем ФСБшном духе. Они объявили, что выпускают Марио. Вот они организовали такую кампанию по дезинформации. То есть сначала был комментарий на испанском телевидении о том, что его отпустили. После этого подхватила вся испанская пресса, что да, уже отпустили этого валенсийца. На это повелись даже испанские журналисты и правозащитники. Тот человек, который с испанской стороны занимался освобождением Марио, его зовут Виталий Суарес, большой ему пламенный привет. Он дал на испанском телевидении комментарии о том, что Марио уже освобожден. При этом человек не видел его на свободе.
Но испанца никто не думал выпускать. У Марио нет до сих пор никакой официальной информации. Официально у меня вообще ни одной бумаги нет. О том, что россияне его удерживают, о том, что они ему что-либо предъявляют. На самом деле храбрый волонтер и сейчас находится в заключении у россиян. Его видели там люди, которым удалось выйти на волю. Просто доходят обрывочные сведения, что он находится в Крыму, в следственном изоляторе города Симферополь. Татьяна хочет, чтобы вопрос об освобождении испанского гражданина снова подняли и испанские, и украинские власти. Она любит Марио и готова бороться за его освобождение столько, сколько нужно. Если человек в чем-то виноват, давайте вы будете соблюдать все процессуальные моменты. Выдвините ему какие-то официальные обвинения. А так они сделали большое военное преступление. Беззащитного человека просто так забрали, удерживают его. Мариану сейчас 75 лет. По информации Татьяны, в застенках он перенес сердечный приступ. Боже, я же так устала ждать. 19 числа будет год, как его украли. Что такое здоровому человеку год в плену? Ну это же, особенно учитывая то, как с ними там обращаются. Украина и Испания совместными усилиями должны вызволить Марио из российского плена.